это такое у нас помещение, где мы все вместе собираемся, устраиваем мозговые штурмы, придумываем всякие творческие задумки, по которым потом реализуем. Ну, а самое интересное, конечно, мы сейчас вам покажем дальше. Пойдемте. Как создается телевидение? На этот вопрос ребятам помогла ответить журналист и автор программ Юлия Погосян. Она вместе с коллегами рассказала, как производятся телепрограммы, показала вещательное и съемочное оборудование. Смогли они увидеть и процесс записи ведущего новостей в студии. Поехали! В Видном на Аллее Славы прошел торжественный митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. В экскурсии приняли участие ученики средней школы поселка совхоза имени Ленина. Многие из них занимаются в кружке журналистики и выпускают газету. Здесь же можно было попробовать себя в новом амплуа телевизионного корреспондента. Начинай! Чудеса начинаются. Так называется серия праздников, организованных в рамках областной акции «Зажги елку» в Ленинском городском округе. Кабинка звукозаписи меня очень поразила. Я попробовала сказать. Конечно, было волнение, но в целом, я думаю, получилось неплохо. Очень благодарна за такой опыт. В проекте «Билет в будущее», в рамках которого ребята посетили телекомпанию «Видное ТВ», участвуют более 3000 школ по всей России. Таким образом, ученики имеют возможность познакомиться с различными профессиями. И в этот раз, похоже, многим работа на телевидении понравилась. Сегодня удалось для себя лично выяснить что-то, подходит ли мне это или нет. Я поняла, что, возможно, даже хочу попробовать себя в этом. 26 лет вещает телеканал «Видное ТВ» на территории Ленинского городского округа. О профессиональном уровне сотрудников красноречиво говорят многочисленные фестивальные награды. А подобные экскурсии для школьников проводятся здесь постоянно. Так как у нас в школе есть клуб журналистики, а также дети, которые интересуются журналистикой, мы решили, что визит на «Видное ТВ» будет самым оптимальным вариантом познакомиться поближе с журналистикой. Они впервые видели живых корреспондентов в работе, операторов, режиссеров. Они видели живую запись, и это самое ценное. Продолжение проекта «Билет в будущее», который реализуется при участии главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрохолдинга «Рота Агро», будет совсем скоро. Ребята посетят муниципальный центр спорта поселка Совхоза. Там они поближе познакомятся с работой тренеров. Юлия Погосян, Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».